Всем привет, ребята, с вами канал Computer Service. Наконец-то, друзья, я дождался долгожданной монетки за 10 лет службы. Вот посмотрите, прошло ровно 10 лет, как я зарегистрировался в компании Steam Valve и поставил игру еще, Counter-Strike был 1.6 раньше. Вот такая монетка, посмотрите, друзья, за участие в сообществе Counter-Strike на протяжении более 10 лет. Так, запись идет, супер. Вот в честь этого дня, друзья, я решил открыть один кейс. Вот посмотрите на эту монетку, вот видите, как она переливается. Можно заказать, как я понимаю, реальную монетку. Вот такая вот монетка дается за 10 лет, так, закрыть. Вот, недавно играл тоже в игру, и мне выпал вот такой кейс, друзья, призма называется. И в честь вот десятилетия игры я хочу вот сейчас открыть этот кейс. И посмотрите то, что может выпасть с этого кейса, и с этим пробежаться. Вот, не знаю, как вот у них вообще там это все делается, друзья, но может быть все-таки они в честь десятилетия этого аккаунта на Steam дадут какой-нибудь топовый дроп. Ну, навряд ли, конечно, ну, я надеюсь, может, один из 100%, друзья. Вот давайте сейчас вместе откроем этот кейс и посмотрим, что выпадет, друзья. Так, запись идет. Все, давайте, друзья. Все готовы, начали. Так, деньги я уже на счет закинул, друзья. Так, открыть контейнер. Так, вот смотрите, получается. Вот здесь почему-то не написано, какое вот оно. Если только вот так вот на торговой площадке осмотреть. А вот тут не написано, какой флоут, то вот почему-то непонятно. Раньше было, а сейчас, смотрите, вот не показывает. Армейское качество. Вот они показывают, видите, да? Так, ну давайте, друзья, получается, откроем. 160 рублей на счете уже есть. Требуется ключ для кейса. Призма одна штука, 160 рублей, так вот. Вот видите, на счете есть деньги, авторизация. Все, друзья, можно уже открыть контейнер. Всем привет, друзья, всем, кто подошел, друзья. Вот, получается... Давайте сейчас в честь десятилетия откроем такой вот контейнер, призма называется. Посмотрим, что выпадет, и с этим пробежимся. Так, все готовы, друзья? Раз, два, три. Так, какая-то синька, походу, выпала, друзья. 160 рублей на ветер, походу. Но это 0,4, это после полевок, походу, что ли. Скорее всего, после полевок, вот это ерунда, MP3 озорник. Очень, конечно, обидно, друзья. То, что такая шляпа выпала на 10 лет. Ну, давайте посмотрим, что это. Закаленная в боях даже, охренеть. Ну, что это, ну, на самом деле. Она стоит 5 рублей, друзья. Стоит 5 рублей, это вообще такая просто шляпа, не слов. Ну, охренеть. Ну, ладно, черт с ним, что, давайте поставим. Я вот убрал, друзья, смотрите, вот у меня получается. Вы видите, хранилище, да, 303 предмета, дорогих вещей, там все прямо с завода у меня. Вот. Эту ерунду, наверное, я не знаю, в контракт запихаю. Так, давайте вот ее поставим для... За террора поставим. И давайте прибежимся, друзья, да? Бой насмерть. И такая карта, погнали. Да, это я не знаю, что нужно сделать, чтобы выпал нож. 10 лет я в Стиме, друзья, в Вальве. Ни разу не выпадал нож. Открывал где-то более 100, наверное, кейсов, скорее всего. Но ни разу нож не выпал. Не знаю, на что сделать, чтобы нож выпал, друзья. И каждый день по 100 кейсов некоторые открывают. Один раз, так сказать, вкладываются. 5000, там, я не знаю, у них выпадает дроповый, топовый дроп, 1050. И начинают с этих полтинника они продавать ножи. Потом открывают также кейсы на эти деньги, не вкладывая ни копейки. Вот, как говорится... Вот так интересно, конечно, один раз что-то выиграл, потом перепродажи, все, открывать вот эти пиксели все. Вот ножи, это же пиксели, как я понимаю, все это продать невозможно реально. Если только там как-то по-другому. Так, вот давайте за террор. Нет, ну вот как назло. Как назло, я не могу с этой шляпой сейчас пробежаться, друзья.
просто не могу. Вот что сейчас наблюдение, случайный выбор. Ладно, черт, черт. А нет, все-таки, смотрите. Так, стоп, опа, обратно. Ты за кого зашел-то, что-то я не понял. Так, давайте на тап нажмем, посмотрим. Так, я за террора, по-моему, зашел. Так, и давайте тогда сейчас вот на эту хрень нажмем. А, все уже. Ну, это, по-моему, по 3 есть, вот эта система, которая... Это она, интересно, не она, вот это не он, не она, так, назвать-то правильно. Так, 4 минуты до конца раунда. В таком вот режиме, так, вот. А, нет, ни хрена. Ладно, черт с ним. Давайте обратно туда сделаем. Так, вот сюда вот выйти надо нельзя. Бой насмерть, на эту карту давайте зайдем. Пробежимся с этой ерундой, которая там выпала. Вот. Вот такая монетка, друзья, видите. За 5 лет тоже есть. Игра готова. Надеюсь, когда-нибудь, друзья, получится у меня выбить нож топовый какой-нибудь, 1050 хотя бы, чтобы с него получаться раскрутиться и открывать кейсы, продавая этот нож там, я не знаю, все равно, если получается за полтинник продать его, то можно сколько кейсов-то нам покупать, все равно из этих кейсов что-то нож какой-то выпадет. И так до бесконечности можно, продавая и открывать кейсы, грубо говоря, на Steam, на Valve. Вот. Так что пишите комменты, друзья, под видео. Ставьте лайки обязательно. Продвигайте видос. Добавляйтесь в друзья, так сказать. Вот. Ну что, опять занято, что ли? Нет, ни хрена. Так, где у меня компьютеришка-то? PC-мишка-то где она? У меня время покупки закончилось. Так, ладно, точно. Закончилось. Упала. Бот Ксандер какой-то. Так, где у меня это? PC-мишка-то вот она, по-моему. Озорник, вот она. И она и есть, как я понял, вот этот озорник. Ну и что это? Карта у меня стоит, друзья. Сейчас на данный момент стоит гиговая карта. Вот. GDDR5 она. 256 бит. На 1 гигабайт памяти. Ну вот видите, да, разницу, друзья. До этого стоял 4 гига. Я ее замотал. И вот сейчас вот мучаюсь, друзья. Видите, какие фраги, фризы. Тормоза, все глючит, тормозит. Вот на такой гиговой карте уже CSGO уже не вывозит, друзья. Хотя у меня стоит, получается, охренеть, хотя у меня стоит, получается, SSD-диск на 250 гигов Kingston. Потом у меня 16 гигов оперативы. Вот. Что там еще важное? Процессор 4-ядерный. 2,4 с частотой 2,4 ГГц. Вот. Но все равно с учетом этого, видите, видюха не вывозит, друзья. Разница очень большая. Если взять 4 гига памяти GDDR5 и эту гиговую. На 3 гига разница, друзья. Ну, хоть одного замочил. Хоть одного замочил, друзья. Так, опа. Я вот даже не вижу вообще. Так сказать-то. Расплывчатая структура, так сказать-то, она как-то отдаленная, как это объяснить. Нету четкости, контрастности в игре с этой гиговой картой. Вот видите, я даже не вижу, как стреляю. А с картой где-то вы можете посмотреть видео, где у меня охренеть. Где у меня есть видео, где я играю с 4-гиговой карточкой. Там, конечно, разница большая, это охренительная. Так что вот если CSGO много добавили цветов, графики, и сейчас уже невозможно уже на гиговой играть. Вообще невозможно.
Так, и что идет? Опа, охренеть. Так, ну офигеть просто. Ну. Так что, друзья, добавляйтесь, друзья, пишите комменты, поиграем вместе, где-нибудь словимся. Ну, охренеть просто. Так, ладно, еще 6 минут осталось. Видео затягивается, друзья. Вот, на 10 лет не дал мне Гейбен ножа. Купил специально за 160 рублей я ключ от кейса призма. Но, друзья, ничего мне не выпало. Выпала какая-то шляпа за 5 копеек. Так что не знаю, когда этот был будет первый нож. 10 лет уже я не могу выбить нож. Вот, так что это надо по 100 кейсов открывать, чтобы хотя бы какой-то дешевый нож выпал. Хотя бы, я не знаю, от 4000, по-моему, от 5 ножек стоят. Вот, так что тогда. Почему вот здесь интересно, нож нельзя, как сказать-то, взять, если вот кто-то, к примеру, кого-то замочил, чтобы нож у него взять хотя бы с ножом, с топом побегать. Вот. Ну, гиговая карта, видюха, это капец, конечно. Сейчас я не помню, как у нее там название, эти параметры, но точно помню, что 1 гигабайт у нее получается DDR, даже GDDR3, по-моему, у нее 256 бит, но GDDR3 даже не 5. А до этого была 4-гиговая GDDR5, 256 бит. И вот 256 бит, когда есть вот у видюхи, она структуру видео прогружает очень хорошо. Видите, здесь тормозит все. А там вообще просто не было, ни тормозов не было. Были. Опа, ну что это? Ну как вот играть с гиговой картой, это невозможно. Друзья, это просто невозможно. Это капец какой-то. Видите, да? Ну все, это. Я даже не вижу вообще ничего. Так, ну где вот эта вот хрень-то, которая сейчас, вот, посмотрите, вот это есть. Вот эта вот шляпа выпала сейчас на F, посмотрите, вот. Вот это вот, блядь, озорник. Дональд, какой-то Дональд. Где у меня озорник-то? Так, где он? Вот он. Так, ну, куда-то отойти, друзья, вам показать. Да, охренеть, блядь. Даже уже в этом режиме и то невозможно стало играть, так сказать. Вот смотрите, этот лазерник на F нажимаю на кнопку. Вот это. За 160 рублей типа я купил. Как я понимаю, но был шанс выпасть какой-то дорогой шляпы. Выпала такая за 5 копеек. Ну, кто там открывает по 100 кейсов? Без них ничего не выпадает. Так я вообще не понимаю, что это за фигня. Ну, вот, в надежде открывать когда-то по за 50 тысяч выпадывают ножи, это, не знаю, 1% на миллион, наверное. Ничего это. Гиговая карта, это вообще ни о чем. 1% хп у меня, охренеть. Офигеть. 1 хпшка процент. Сейчас даже если скользом кто-то попадет, все. А ты что тут развалился, я не пойму. А, ну-ка вставай давай. Падла. Видите, это невозможно даже с такой картой играть. Тут просто невозможно. Нервоз будет, я не знаю. Добавили много графики, а они из-за этого карта не вывозит, друзья. Хоть какое железо поставь. Ну, если только процессор поставить со встроенным видео, то не факт. Но вот все-таки видюха есть видюха. Как бы это, друзья. Охренеть надо. Это просто охренеть. Так, ладно, черт с ним. 2 минуты, 1.5 осталось, друзья, до конца раунда. Так, ну-ка. Бочку поштрелить.
сразу пропал. Почему? А тут валялся, почему странно? Видели, да? Этот пропал, а тут валялся вот здесь. Вот здесь. А, все еще валяется, охренеть. Че там тут? Ну-ка, вставай, давай, че спишь-то? Вставай, ты бухой, что ли? А, он нажался, бухой спит, ребят. Охренеть, че он не пропадает? Почему? Это фраг какой-то, что ли? Фриз или фраг, или как это объяснить? Охренеть. Ах ты, падла. Так, одна минута до конца раунда, друзья. Вот такой вот, так сказать, сегодня видос, друзья, на 10 лет, как говорится, в стиме монетка выпала. Вот, открыл один кейс, но ни хрена не выпало, друзья. Никаких ножей не выпало, как я надеялся, конечно, все-таки думал, они на как 10 лет все-таки сделают какой-то хоть топовый дроп, чтобы выпал. Ну, ни хрена, друзья, этого не произошло. 24 секунды до конца раунда. Хоть одного замочил. То я вообще не знаю, на каком даже месте охренеть. Так что вот пока мучаюсь, играю с такой вот видюхой одна гиговой. Все, 9 секунд до конца раунда, друзья. Ну и все, друзья. Спасибо всем огромное, друзья. Всего доброго, до свидания, пока.